Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Давно я вас не водила в свой сад. Показывать особо нечего. Очень много навредила зима, когда в декабре месяце вот это был у нас гололед с дождем, все пообламывало. И вот так вот не очень хорошо. Но хочу вам показать вот такой вот кустик. Похожий на незабудки он. Но у него очень красивый листок. Вот, отцветет это все. А листья вот такие вот красивые. Да, все вы знаете, наверное, есть у вас такие кустики. Красивый кустик, может быть, тут тень ему, если бы где-то его на солнце, может быть, он был бы роскошнее. Но тут он всегда растет и цветет. Еще хотела вам показать свою желтую магнолию. Вот она, красавица, конечно. В этом году она больше пошла ввысь. И больше на ней цветов было. Но что-то она, вот видите, или мороз ее чуть подеребанил. Ой, хотела листик вам показать, цветочек показать, а он упал и уже отцвел. Вот там вот вверху, тоже на самом верху, но чуть-чуть ее мороз ударила. Вот еще будет только цвести. Вот бутон, а вот расцвевший. Ну, красивый. Вот бутончик еще не заметила. И вот бутончик еще. И вот такая вот она красавица. Ну, а основную красоту сейчас я вам покажу. Подойдем. О, пахнет магнолия. Такой легкий-легкий запашок. Вот, смотрите. Мой красавец. В этом году очень-очень пострадавший. Пострадал и сильно пострадал. Вот видите, у него середина пустая. Здесь выломлено столько веток, было обломлено. С бутонами и без бутонов. Ну, вот такой вот он красивый. Прохладно, нету такой жары. И листья долго. Попробую оставить пару семечек. Прикапывала веточку, может быть, кто знает, смотрит, прикапывала ветку, вот гортензии сколько прикапываю, у меня постоянно эти новые и новые кусты, а здесь нет, ничего не было, и я так и присыпала, и поливала ее, и все, но нет, ничего не получилось, корни веточка не пустила. Я не смотрела, конечно, на него. Можно там что откопать, но мне кажется, ничего там нельзя откопать. Там вот такие вот старые, такие, видите, как они, толстые ветки такие. И нету нигде, чтобы можно было откопать вот такие вот. Говорят, что вот семена там падают, и он размножается. Ну, не знаю, у меня не падает. Посмотрю, оставлю пару коробочек таких хорошеньких. Вот как вот здесь вот. Пусть остынет это. Там вот вижу внизу вот такая вот коробочка. Вот, видите? Попробую оставить штук 3 коробочки. Может быть, что-то и получится. Ну, конечно, он красавец.
Красавец из красавица. Цветы бесподобные. Посмотрите, какие красивые. Вот какая красивая ветка. И пахнет он, конечно. Да, пахучий. Красавчик. Люблю его. Он всегда так красиво цветет. Вот. Вот так. Вот эту веточку прикапывала. Прикапывала полностью, но ничего не получилось. Вот там вот. Ничего не получилось. А тут вот тут ветки такие вот были. И все пообламывало, видите? Вот так. Надо, может, было его подвязать. Я не додумалась. Ну, уже пусть так будет. Вот такой вот он у меня уже старенький. Есть у меня молодой. Вот молоденький. Но ничего, никаких признаков еще нету. Цветения и так далее. Может быть. А здесь вот, может быть, елочка его притеняет. Даже вот эта ветка и мешает ему, наверное, на него. Ну пусть. Он же дружит с ней. С этой елочкой. Вот так вот кратенько хотела вам показать, дорогие мои подписчики, моего красавца. А так еще никакой пион не распустился. До свидания, до новых встреч. С вами была украинская полячка. Смотрите, елочка какая красивая распустилась. И вот она как над ним. Вроде бы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До свидания, до новых встреч.